В Барнаульский зоопарк привезли черную пантеру. Котенку всего 3 месяца, прибыл он из Северска и уже привыкает к новому дому. Пока малыш отказывается от мясных угощений и питья. Животное испытывает стресс после переезда. Это может продолжаться максимум 2 недели. Новобранца специально посадили в вольер по соседству с леопардом Енисеем и канадской пумой Ронни, чтобы животное привыкло к семейству кошачьих. Новый питомец – леопард меланист. Его окрас не полностью черный, на шерсти проступают коричневые пятна. В будущем его планируют скрестить с обитательницей зоопарка, самкой леопарда. Охотница маленькая. У нас есть самочка Сильва, она имеет обыкновенный ген. И теперь у нас появляется вот такой вот замечательный самец, который может быть отцом также для потомства, которое может появиться между ним и Сильвой, естественно, будет иметь черный ген. И это будет очень здорово.